Всем привет, с вами я, Зейн, и сегодня я расскажу вам о всех рабочих кодах в симуляторе пчеловода. Кстати, если кому-то нужен будет этот аккаунт, то пароль от него такой же, как и ник, только без циферок, поэтому, ну, вдруг кому-то надо, пусть забирают, мне он не нужен. Начнем мы с простых кодов и закончим теми, которые дают уже реально много. Первый код дает нам 5 тикетов, будет очень много кодов на тикетов, поэтому в начале игры вы сможете ими хорошо запастись. Также второй код Бобмастер дает нам тикеты. Теперь вводим третий код. Если что, я оставлю все коды в описании, поэтому сможете зайти просто и скопировать. Следующий код дает нам также 5 тикетов. Идем дальше, у нас есть еще пару кодов на тикеты, например, как этот. Вводим еще один код, который опять же дает нам 5 тикетов. Следующий код даст нам и тикеты, и мед, что уже очень хорошо для старта. Код Нектар дает нам 5000 хоны. Вводим следующий код. Он дает нам также 5000 меда. Следующий код уже немного получше. Он дает нам Стабрун Би Желе, а также баф на Capacity на Пауке. Еще один код Би Бас 123 дает нам прикольные вещи для старта игры. Ввели только 1/3 кодов, и вот сколько у нас уже ресурсов. Это достаточно неплохо. Идем дальше. Клуб Бин, но для него нам нужно зайти в группу. Поэтому давайте зайдем в эту группу, это не должно долго занять у нас времени. Нажимаем Join Group и проходим элементарную капчу. Вот мы уже и в группе. Поэтому можем ввести данный код, и он нам даст один росточек и хороший буст на ананас. Следующий код Club Converters дает нам 10 микроконвертеров. Этот код даст нам уже достаточно хорошие бафы для старта игры, а именно X2 Capacity и X2 Convert Rate в улье, что очень хорошо. Следующий код очень длинный в названии, но дает нам всего лишь 15 гамдропов, что в принципе не так уж и много, но пойдет. У нас уже вот столько разных ресов. Продолжаем дальше. Маршмеллоу просто дает одну маршмеллку, а также на час X2 Convert Rate. Следующий код у нас Plush Friday дает опять же много полезных вещей, как маршмеллоу. Следующий код дает уже намного больше. Он активирует 3 бафа, также дает Unpassed и Shocked Bee Jelly. Но мы только подходим к самым крутым кодам. Следующий код Sure дает нам Conversion Boost, а также X3 Dandelion, что может очень хорошо ускорить вам старт игры. И еще один код, который даст вам Bamboo X3, как и на ветер, так и обычный баф. Следующий дает баф Черного Медведя, а также Dandelion X7. Этот код настолько давний, что тогда поля еще были с X7, а вот этот код дает нам уже намного больше, вы можете сами все наблюдать. Очень много крутых и полезных бафов. Следующий код даст нам не менее больше, поэтому вводим его, нажимаем и получаем крутой баф на кокос, а также много разного. И бафы, если что, дают баф как и на полен, так и на ваш capacity. Вводим следующий код, который даст не менее крутые бафы. Это коды в честь англоязычных ютуберов. Тут даются в основном бусты на поля, а также много полезных ресурсов. Следующий просто бомбезный код 10 миллионов мемберов, который дает нам очень много всего, очень крутых бафов, и на крутые поля он как раз таки эти бафы и дает, поэтому с ним можно очень хорошо фармить. 1 миллион лайков, не менее крутой код, возможно даже лучше, дает нам супер смузи и много других крутезных бафов. Активирует очень много бафов на разные поля. Поэтому идем дальше. Тут мы вводим вот такой вот код Velmar Toys, который был в честь мерча Бисварма, и он дает нам очень тоже хорошие бусты. Следующий код в честь 5-летия, и тут нам дает очень много хороших ресурсов, а также Honey Day Event, что есть вообще самое крутое со всех этих кодов. Следующий код мечта любого фармера, на все топовые поля идут бусты, можно очень круто отфармить. Вводим следующий код, он также дает нам бусты на очень крутые поля, а еще Робопати Blessing, которого сейчас уже нету в игре. Идем дальше, ведь дальше интереснее. У нас начинаются коды на шестеренки, а также нам будут давать бафы на поля. Нам шестеренки вот эти нужны, которые в форме семерки, для того, чтобы скрафтить очки. Сейчас покажу какие. Вот эти очки вам помогут для прохождения Ventus Digital B. Кому интересно, сейчас я вам покажу все коды для этих очков. Также, пока я буду вводить эти коды, вы можете видеть, что нам дают бафы еще на другие поля. А также хочу напомнить, что все коды я оставлю в описании, вместе с наградами, которые они дают, чтобы вам было удобно просто скопировать и вставить это в игре. Поэтому мы вводим следующий код, который также даст нам неплохо шестеренок и бафа на поле. Всего нам нужно 7 этих шестеренок, а это значит, что это баф на 7 стартовых полей, что является опять же очень крутым для старта игры, советую всем использовать.
использовать. Еще тут есть баф на елку, но я не знаю, что он забыл. Поэтому мы крафтим вот такие вот крутые очки, и на этом все коды закончились. Давайте посмотрим, что вообще мы смогли получить по ресурсам. Также посмотрим, что у нас 30 тысяч инвентарь на старте игры, и в секунду мы без пчел копаем спокойно по 100 в секунду. Опять же, вот у нас 0 пчел. По ресурсам у нас вот такие горы. Для старта игры вполне. Но я не советую вам использовать все эти коды на старте игры. Это был просто тест, и кому нужен этот аккаунт, я уже про него говорил. Пароль такой же, только без циферок. Это все. Если вам был полезен этот ролик, ставьте лайк, подписывайтесь и ждите видео от Нуба до Топера. Всем удачи и всем пока!